Вот, оказывается, сюда идет три пары кабелей. То есть у каждого кабеля свой, соответственно, свой динамик. Самый толстый — это низкочастотники, средние по диаметру — это среднечастотная группа. И вот для среднечастотная и высокочастотная, а для подсветки speaker lighting левый и правый идет отдельные кабели на свет. Таким образом, в колонку входит 6 кабелей, 3 пары проводов. Еще раз, басовый, широкополосники, пищалки и подсветка. Вот такой вот интересный аппарат. С левой и левой части можно наблюдать, понятно, разъем стандартный под антенну 75 Ом, ну и аукс, вход и выход тюльпана. Вот такой интересный аппарат у нас в наличии в гипермаркете Видео, Тула, Ленина, 122, второй этаж. Спасибо, что со мной на канале. Всего доброго и до новых встреч. Всем удачи. Пока.